normal que je puisse te comprendre. Les filles... Скорее всего, этому бы человеку я подарила гелик. Ого, неплохо. Офигеть, как! Что с этим? Ну, с этим бы человеком я бы отправилась на необитаемый остров. Ну, в принципе, можешь, типа. О, как мило. Так, следующий человек. С этим бы человеком я бы 100% пошла в какой-то клуб. Ну, Диана, ей рановато. О, Даночка, подрастешь потом клуб. А с этим... А за этого человека я бы вышла замуж. Я согласна. Я не согласна. Тим? С этим человеком бы сходила на свидание. Ну, я думала, вы вряд ли даже встретитесь. Ну, не знаю. Что с этим человеком? Ничего бы с этим человеком не сделала, но жду от этого человека кольцо на этот палец. Оу! Это а будет с кем сам... встречается? А я не знаю. Но вроде бы... Ну, думаю, его девушка будет против. А если у него нет девушки? И, по-моему, есть. А если нет? То что, все? Последний человек. Ну, а с этим бы человеком я бы 100% отправилась на Мальдивы. Я думаю, это был бы прекрасный отдых, но во сне. Оу! Джастин Бибер! Между прочим, это краш моего детства.